Друзья, хочу показать вам прекрасное краснодарское изобретение, которое вы увидите абсолютно во всех дворах многоквартирных домов. Во всяком случае, пятиэтажек уж точно, старого жилищного фонда. Вашему вниманию представляется. Изначально можно подумать, что вот эти вот цепи повешены для того, чтобы машины не заезжали на газон. Но ничего подобного, это так хозяева автомобилей огораживают себе места для парковки. И зачастую это газон, который никак не предназначен для того, чтобы ставить туда машины. Хочешь поставить машину во дворе? Нет, у тебя это не получится, даже не пытайся. А почему не стоит пытаться? Потому что эти цепи на замках. Как вам такое краснодарское изобретение? И вы не думаете, что это какой-то один особенный двор? Так повсеместно. Смотрите, детская площадка, да? Вот. Это, по идее, газон. Но люди насыпают гравий, огораживают территорию и ставят свои машины. Отлично. Молодцы, краснодарцы. Кто во что горазд, ей-богу. Если это не колхоз, то что? Напишите, а в ваших городах такое есть или нет? Патент называется «Это мое и больше ничье». Хотите поставить машину? Ищите место в другом дворе.